В Караганде одни из самых дорогих квартир по стране. Такой информацией поделился портал «Казреэлд недвижимость». Шахтерская столица в рейтинге жилья занимает 6-е место. К слову, лишь в 3 городах Казахстана стоимость квартир составляет свыше 250 тысяч тенге за 1 квадратный метр. В половине городов жилье стоит от 100 до 200 тысяч тенге за квадратный метр. На первой позиции по дороговизне жилья находится Алматы, где средний уровень цен составляет 280 тысяч за квадратный метр. Далее следуют Астана, Актау, Тырау, Актобе и Караганда. Жезказган и Темиртау в списке 26 и 27. В рейтинг попал и Балхаш, он на 30 месте, а Бай-Сарай 33 и 34.